4 августа 1918 года. Борисовка на границе с Россией, пруд, который разделяется наполовину с границей с Россией. 6:00 утра. Поклёвок пока нету. Ага, клюнуло что-то. Что-то клюнуло. Ага. И нифига не поймал. Хотя поплавок утопило. Но это красноперка. Пол воды. Вот там мои напарники, машина вдали стоит, другая машина подъехала. Ну тут клюет, вот опять поклевка. Ага. О, ну красноперка, блин. Вот она, красноперочка, ту, что выловил. Ну, это ж не та рыба, за которой мы приехали. Вот она, красноперка. Ну, а то стебельки, результаты прошлых рыбалок. Красноперка еще живая, стебельки уже сушеные. Вот тут. Да. Фиг вам называется. Это индейская национальная народная изба. Фиг вам называется. Ну, будем пробовать. Что ж, приехали, будем ловить. Да. Вот мой дальник стоит. Вот водоем, вон уточка плывет вдали. Крупная, кстати, крупная. Скоро охота на них откроется. Уточка хорошая. Так, и вот тут что-то у меня поклевочка была. На это. На остатки червяка. Идут поклевки. Да, но фиг нам. Наверное, размотаю. Дальник молчит. Наверное, размотаю сейчас семерку и попробую ловить на семерку. Потому что за поплавком на пятерку целая ярус рыбы. Попробуем на семерку сейчас Державный кордон Украины. Прохід за ворот. Поймал 2 карася и штук 40 красноперок сегодня. А это с
слив воды из пруда. Течение вроде ничего, хорошее, шуруй. Что это? Такая дамба тут. Так, это тебе, это мне, это опять тебе, это обратно тебе. Так я себя не обделил, по-честному?